Как тебе такая эмоциональная игра? Очень тяжелая была. Забрали свои 3 очка. Расскажи, как тебе вообще? Добрый вечер всем. И игра была очень тяжелая. Игра была очень сложной, можно сказать. И ну, мы хотели победить, но слава Аллаху, что победили. И достойно играли, соперник тоже достойно был. Бились до последнего. Даже больше добились, как мы рассчитывали, допустим, на 60 минут, а 70 минут тоже могли бы еще добиться. Ну да. Игрокам спасибо, и вам спасибо. Много опасных моментов. И многом опасным, особенно и Свару спасибо, и Тоджикистану спасибо. Тоджикистан, Бабеш, всегда. Отлично. И Свара вперед. Все. И что я хочу сказать, болельщики, спасибо вам. И вам тоже спасибо за все. За все спасибо. Что я могу сказать? Играйте спортом, играйте в футбол, любите футбол. И болейте за Исфару, болейте за Тоджикистан. Спасибо, с победой. И спасибо вам тоже.